На базе филиала номер 2 централизованной библиотечной системы имени Фазу Алиева и Каспийска состоялся круглый стол на тему обслуживания пользователей со специальными потребностями современной библиотеки. Отметим, что организаторами мероприятия выступила Республиканская специальная библиотека для слепых. Открыл мероприятие приветственной речью директор специализированного учреждения Гаджи Малучиев. Он рассказал, какие основные цели есть в организации. Мы все чаще и чаще в последнее время расширяем нашу деятельность, и мы пытаемся работать не только на тех, кто плохо видит или совсем потерял зрение. Мы пытаемся работать, расширить нашу деятельность на людей, имеющих маломобильный образ жизни. Колясочники, парализованные, протезированные и так далее. Потому что есть такая система обслуживания, это надомное обслуживание, или стационарное обслуживание, как вам всем известно. И мы эту работу будем укреплять, расширять, не без вашей помощи. Основная цель самого мероприятия – это обсуждение актуальных вопросов по социально-культурной реабилитации инвалидов по зрению в условиях библиотек. Идея такова. Мы покажем, что вы можете распространять. Мы вам пришлем эти книги, образцы. Через вас передадим эти книги. Через вас услышат новые читатели. И тем самым мы сделаем благое дело. Тот, кто на некоторое время отвлекся от книг, вернем его к чтению книг. Ну и привлечем новых читателей, это тоже великое дело. В ходе встречи участники также обсудили открытие новых пунктов выдачи специальной литературы для слепых и слабовидящих пользователей на площадках других библиотек республики, пропаганду специальной литературы для тотально слепых и слабовидящих людей, распространение опыта библиотекарей, практиков и социально-культурной реабилитации инвалидов по зрению. Отметим, что на встрече также присутствовали сотрудники библиотеки для слепых, заведующие школьных библиотек Каспийска, руководитель общества инвалидов Патимат Гитина Магомедова и многие другие.